Малышу довольно тяжело ожидать Новый год. Он уже знает, что это за праздник и что будут подарки. Но время тянется неумолимо долго. Если вы хотите сделать ожидание Нового года для ребенка волшебным, интересным и запоминающимся, то мы предлагаем вам наш адвент-календарь «Котенок Кусь». Мы придумали адвент, в котором художник, милый котенок Кусь, нарисовал елочные игрушки для своей елочки, но они все куда-то потерялись. Но каждый день ребенок может найти одну из них. Именно этот адвент рассчитан на предновогоднюю неделю. Здесь 7 классных карточек с разными несложными заданиями. Каждый день ребенок находит одну карточку, решает ее, а в ответе получает какой-то тайник. А что же в тайнике? А в тайнике он находит игрушку, которую приклеивает на елочку. На каждой игрушке по убыванию указано, сколько же дней осталось до Нового года. Задания в квесте рассчитаны на ребят от 4 до 6 лет, которые еще не умеют читать. Поэтому маме нужно будет помогать и одну строчку задания прочитывать, чтобы ребенок выполнял. Когда задание решено, в тайнике, кроме игрушки, мама может еще положить конфетку, мандарин или маленький сюрпризик для ребенка. Мы написали краткую, но понятную инструкцию, как что подготовить. Все карточки с заданиями вместе с елочкой и шаблоном котенка занимают всего 5 страниц А4. А еще мы приготовили задания для цветной печати и для черно-белой. Плюсы этого адвента, кроме отсчета дней до Нового года и того, что останется красивая елочка на память, это осознание ребенка, что он справился, сам сделал все задания и чувствует себя молодцом. Кликайте на оранжевую кнопку и покупайте готовый адвент «Котенок Кусь», чтобы у вас в предновогодней суете уходило всего пара минут в день, чтобы устроить ребенку маленькое предновогоднее чудо.